не будут пускать с животными и воздушными змеями. В полиции рассказали, что нельзя брать с собой в места празднования Дня Победы. Процедура стандартная, и некоторые предметы всем давно известны, но есть и новые пункты в списке, так что устраивайтесь поудобнее, предметов немало. Через проходную могут не пустить, если принесете с собой куриные яйца. В сыром или приготовленном виде разбираться уже не будут. Кетчуп и другие соусы тоже нельзя, так же, как и пищевые контейнеры и вообще любую тару. Соответственно, под запрет попадают и жидкости, независимо от объема, в том числе и духи. В зону проведения праздника не пустят с животными, исключение только для собак-поводырей. Во время мероприятий полеты над зонами проведения праздника будут запрещены, так что если у вас вдруг всегда с собой беспилотник или воздушный змей, например, у ребенка, лучше оставьте все это дома. Как и бронежилеты, их тоже нельзя. Из неочевидного, профессиональные фото и видеокамеры в этом году на мероприятии тоже запрещены. Они могут быть только у аккредитованных СМИ. Придется снимать на телефон, либо вовсе не заморачиваться и наслаждаться праздником. В списке запрещенных предметов есть и привычные, колюще-режущие, горючие вещества и похожие на оружие предметы. Пиротехника, включая хлопушки и сигнальные ракеты, а также аэрозоли и любые химические вещества тоже запрет. Если в сумочке окажутся шприцы и таблетки, на руках должно быть назначение врача, подтверждающее, что все это вам необходимо. Средства маскировки тоже лучше не проносить ни на себе, ни с собой, так же, как и флаги размером 2 на 1,5 метра и больше, рекламные материалы и нацистскую символику в любом.